Предположим, вы хотите прикрепить свой домен к потоку Nofer, тренажер для лица MyFaceLift. Имеется две возможности сделать это. Первая, самая удобная, купить домен на сайте Traffic Light. В разделе «Парковка доменов» нам необходимо нажать кнопку «Купить домен». Вводим желаемое доменное имя, пускай в нашем случае это будет MyFaceLift по названию оффера. Жмем «Проверить». Идет проверка на доступность. Видим, что свободно доменное имя MyFaceLift в зоне RU. Нажимаем «Купить». Подтверждаем покупку. Домен myfacelift.ru добавлен. Теперь нам необходимо вернуться в раздел «Потоки». Редактирование потока. И в выпадающем списке выбрать только что купленный домен. В конце нужно сохранить изменения. Если вы хотите припарковать свой домен, но на балансе недостаточно средств, вам необходимо купить домен на любом сайте-регистраторе доменных имен. Я купил домен на сайте beget.com. Что нам нужно сделать? Заходим в редактирование потока. В пункте «Парковка домена» в выпадающем списке нажимаем «Привязать свой домен». Появляется поп-ап с инструкцией. Нам необходимо скопировать указанный в инструкции IP-адрес, открыть управление записями DNS и в записи А заменить существующий IP-адрес на тот, что мы только что скопировали на сайте Traffic Light. Сохраняем изменения. После этого нам необходимо подождать 10-15 минут, пока изменения вступят в силу. Прошло около 10 минут. Пробуем припарковать домен. Копируем. Вставляем. Применяем изменения. Домен подставился в нашу ссылку. Давайте проверим. Как видите, домен припаркован.